Всем привет! 332 серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 5 июня. Если вы хотите, чтобы Джавахира посадили в тюрьму, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. После пережитого ужаса Баран и Дилан решили вместе с сыном поехать на природу на несколько дней и побыть подальше от всех. Баран считает, что они стали сильнее благодаря тому, что им пришлось пережить вместе. И любовь помогает им с Дилан преодолевать все трудности. Баран уверен, что они избавились от Джавахира благодаря свидетелю, который даст показания. Хасан хотел убить его в больнице, но благо Кудрет понял его злое намерение и успел предотвратить беду. Пациент пришел в себя, и как только он сможет говорить, он все расскажет полиции. Кудрет пригрозил Хасану, что очень скоро он раскроет его истинное лицо и расскажет всем правду, и все узнают, кто он есть на самом деле. Баран уверен, что теперь они всегда будут вместе, и никто им больше не причинит вреда. А Джавахир думает иначе и насмехается над Бараном. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.